Задохнулась во время кормления? Следователи выясняют обстоятельства смерти новорожденной. Месячная девочка умерла в многодетной семье. Родители и пятеро детей жили в частном доме с частичными удобствами. Внимание уделяли каждому ребенку. Ночью 24 января младшая дочь заплакала. Мама стала кормить малышку грудью. Во время кормления уснула, а когда проснулась через несколько часов, девочка не дышала. Эксперты установили, малышка умерла от асфиксии. Следователи разбираются в деталях произошедшего. В прошлом году в нашей области такой смертью погибли еще трое малышей. Жили на закладке. Во Владимире задержаны четверо подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Это жители Ярославской и Нижегородской областей. При личном досмотре у них обнаружено и изъято 50 пакетиков с наркотическим веществом. Так называемой синтетики было больше 36 граммов. По данным оперативников, фигуранты приобретали запрещенные вещества через онлайн-площадку, а затем сбывали через тайники закладки в разных районах Владимира. Для этого подозреваемые даже переехали жить в наш регион из других областей и снимали здесь квартиру. Сейчас молодые люди под стражей, им грозит до 20 лет лишения свободы. Гостиницу так и не снесли. Отель рядом с рестораном «Панорама» остается на месте. Напомним, решение о сносе было принято судом еще в мае 2016 года. Истец Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации области посчитала, что здание было построено без разрешений и со многими нарушениями. Собственники пытались оспорить решение, но проиграли. Их обязали снести здание. Но добровольного демонтажа не последовало. Теперь приставы ограничили выезд собственника за рубеж и дали 5 дней на исполнение судебного решения, иначе владельцев комплекса ждут новые санкции. Нашелся в электричке. Сотрудники транспортной полиции вернули родителям потерявшегося мальчика. Несовершеннолетний больше недели находился в розыске. Найти 16-летнего беглеца удалось в электричке Москва-Владимир. Сотрудникам полиции мальчик пояснил, что ездил в Москву к приятельнице на день рождения. Подростка передали под расписку родителям и инспектору по делам несовершеннолетних.